Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Вот за этой дверью у нас стоят общедомовые приборы учета электроэнергии, которые мы ни разу не видели. Как старше по дому я была, ни разу не видела. Хотя должны были меня вызывать, показания снимать, счетчиков тоже вместе с электриком ходить. Все, что дозволено видеть Кристине и ее соседям, это квитанции. Но и они не проливают свет на ситуацию. Потраченное электричество фиксирует счетчик. Один, общедомовый. Ему выделены две графы. В одной показания по всему дому, в другой общий расход по квартирам. Так вот, квартиры потребляют больше, чем весь дом, в котором они находятся. На сайте написано в открытом доступе, что мы оплачиваем по счетчику общедомового. А по факту-то мы оплачиваем по нормативу. По счетчику показания, например, 26 тысяч киловатт, там 25 тысяч киловатт каждый месяц, а мы оплачиваем 37 тысяч. До недавнего времени Кристина была старшей по дому, но свои обязанности выполняла чересчур добросовестно. Переехав сюда несколько лет назад, поинтересовалась, а когда будет ремонт? Оказалось, что многое уже сделано. Вот ремонт они сделали, на старую краску положили новую краску свежую, и в итоге все это рассыпалось снизу, там тоже все рассыпалось через месяц. Жильцы пожаловались, и бригаде ремонтников было велено устранить оплошность. Жаль, что к этому моменту темно-синяя краска у них закончилась. Где потрескалась, вот они свежей краской замазали, и все. Ну, у нас и капремонт также делали на старую краску. Не снимали старые краски, грунтовку не применяли, Просто красили сверху, и все. Из-за этого все распадается. Капремонт в подъездах на миллион, это в 2011 году было. На тот же миллион заменили двери в коридорах и лампочки повесили. Обеспечили пожарную безопасность, но это уже за отдельную плату. Пожарные щиты вот нам поставили в 2011 году, 10 штук. Вышло вместе с установкой 70 тысяч. Написано в документах, что они в комплекте, хотя они были пустые, просто ящики стояли. У меня даже есть фотографии, подтверждающие, что ящик был закрытый и пустой. Регулярно делают ремонт в общих душевых комнатах. Всякий раз 1050, не меньше, с применением влагостойкой краски. В 2010 году делали ремонт душевых у нас по бумагам на 100 тысяч. 18 душевых, по-моему, у нас на 100 тысяч обошлось ремонт. Мы еще ухаживаем за своей душевой. В других комнатах еще хуже. По документам у нас смесители меняют постоянно. Общая картина ясна. И это при том, что в доме есть человек, который пытается понять, кому за что платят и куда уходят деньги. Но на эти вопросы ей не отвечают. Вывод напрашивается один. Прозрачными и чистыми должны быть не платежки, а совесть коммунальщиков. Ошибки, намеренные или случайные, не оправдывают людей, профессия которых обязывает быть грамотными. Кивки в сторону жильцов, мол, они тоже должны изучать законы, постановления, правила начисления, изменения в тарифах, выглядит странно. Ведь если это будем делать мы, то зачем содержать внушительный штат счетоводов, управляющих компаний?